тут именно вопрос, типа, ну вот, как тебе понравилось, не понравилось им. А то я хуй знаю, я видосы не могу смотреть там полчаса, типа, что так. Ну, мне, ребята, А на информацию, да, походим. Еще будут какие-то вопросы? Что? Еще будут какие-то вопросы? Ну, задай вопрос. Почему ты хочешь отвечать? Почему я что не хочу? Отвечать, отвечать. А какой вопрос? Ну, понравилось ли с кавказцем? Ништяк? Про того парня, которого я рассказала видео, именно потому что, мне кажется, у меня были кавказцы в интимном плане. Ну, про всех. Мне, наверное, больше... Да хз, я же ни с кем сейчас не встречаюсь, значит, наверное, не мое. Но у них это... Пипидрунчики какие были вообще? Что? Пиписька была ровная, там, прямая, кривая, косая, может. Честно говоря, я не обращала особо внимания, как-то это не притягивало мое внимание. А что тебе притягивало за внимание? Как он заплатит? А, ну, конечно, это, наверное, было важным, хотя я не знаю. А что самое было важное, по-моему, в этом деле для работающих? Наверное, деньги, не знаю. А ты же говорила, что есть деньги. Ну да. Ну, начала я не знаю, как объяснить. Ну, в итоге это, ну, сухой остаток, это был деньги и все. Как я потом поняла. А, ну, понятно, понятно. А вот мама твоя знает об этом? Да, знает. И как она вообще к этому относится? Относится сейчас? Так я этим не занимаюсь. Ну, а раньше как она к этому относилась? Ну, что она говорила тебе по этому поводу? Когда я рассказала, что буду этим заниматься, то есть я еще не занималась, она сказала, что я шлюха. Бля, слушай, твоя мама молодец. Я бы ей поцеловал. Так это так и есть, получается, что нет? Ну окей, там, они шлюха, проститутка. Там разница просто, потому что одни не за деньги, другие за деньги. И тебе прям нравилось, да? Иногда, ну, было окей, иногда нормально. Я не знаю, мне сложно сейчас об этом говорить, потому что если я этим не занимаюсь, наверное, как-то не совсем то было. Не то было, да. А как ты думаешь, а сейчас будет у тебя будущий муж? Ну, там, если, блядь, такое чудо произойдет, я хуй знаю, этим балком, блядь, пустит без. Вот, будет муж, что он вообще будет рад? Скажет, знает он о твоем прошлом, что будет? Я думаю, что... то сложно скрывать прошлое, а всегда узнается. Ну, это понятно. Но что скажет каждый бандит? Наверное, стоит спросить у него. Ну ладно. Ну, ты же понимаешь, что с тобой? Я не один, нахуй, второго человека. Не захочет ничего, серьезно. В смысле, ты со мной не захочешь? Нет, ты мне нахуй не нужна. Ничего. Вот твоя мама вполне ничего. А ты хочешь выебать мою маму? Да, и сестрёнку. Понятно. Понятно, понятно. А как вот так, подруга? Да, подружка. Ну а чё, вот смотри, твой телеграм-канал, а чё-то зашёл, а там что-то вообще не густо. Чё произошло-то? Не поняла вопрос. Ну вот, подружанька, я зашел к тебе в телеграм-канал, а там что-то какая-то это... Какой-то флиз, да, блядь, произошел. Это как так вообще? Что произошло? Ну вот слив данных, да, вот утекли данные. А, слив. Ну, это канал не мой, я не знаю, кто нашел. На самом деле, такие данные найти на любого человека, это несложно. То есть на вас тоже могут найти. Это легко делается. Ну, это не только там еще для HTML-ских файлов еще. Что это? Как тебе еще? Нормальная тема? Олеся, Валюха. О, бля, нихуя тут.
А ты суши любишь? Суши? Да, суши. Да, люблю. Ну, да, люблю. Да, ну я смотрю, прям тебе понравилось. Суши, да, да, я смотрю, блядь. Так, слушай, а что это такое, мигрант, сухой, вообще для русских? Ну зачем такого выкладываешь? Да, это экстремист, по-моему, называется, нет? Своя статья есть. Я, если честно, не понимаю, о чем вы. Ну, я тебя канал называется. Мигрант тупой, да? Это не мой канал. А, да. А чей? Я не знаю. Ну, как так вот, переходишь по нейму в твоем ютубе, заходишь, а там вот такая хуйня вылезает. Не, это устаревшая ссылка. Это было раньше название моего канала, потом его, короче, долгая история, как забрали мой ник. И я просто под некоторыми видео не успела поменять на название моего нового телеграм-канала. Поэтому люди иногда ошибочно, да, попадают туда, вот. И мне потом таким образом звонят. Да. И как ты рада вообще этим звонкам? Я не знаю, наверное, да хз, что-то я не задумывалась. Слушай, ну вот смотри, за сколько прям сейчас можно тебя снять? Вот прямо сейчас, любая цена какая. И тут не работаю. Все верно, я не работаю. А, блин. А расстояние это как? Что, как кого ты высылаешь вместо себя? Я ничего не поняла. Ну как на расстоянии? Это как, типа, магия какая-то? Какое расстояние? Бля, ёб твою мать. Я хуй знает, чем тебе помочь, на самом деле, девочка у тебя. Бля, какая-то торможенность, я хуй его знает. Блять, так если у меня проблема, может быть, тебе не общаться просто с такими? Ну, я не знаю, не знаю, блин. Слушай, ну вот за сколько тебя можно снять прямо сейчас? Я думаю, если ты хочешь снять девушку, то тебе нужно обратиться за помощью куда-то. Так ты же работала в этой сфере. Там тебе больнее, что ли, будет? Может быть, тебе быть поумнее и как бы посмотреть еще остальные видео? Это какие? Это где при первом опыте анального секса? Точно помню, где стоишь, блядь. Сука. Слушай, вот ты говорила, какое-то расстройство есть, да? Вот, я очень хотел посмотреть, у нас не дал. Какое у тебя расстройство? Психическое именно. Можно сказать, пожалуйста? Я очень хорошо отношусь к своей аудитории, но иногда нужно знать личные границы. Хорошо. Ладно, просто эта информация у тебя на канале есть, поэтому я думал, что можно было бы спросить у тебя об этом. Потому что ты там, блядь, говоришь, как не тупленыш по полчаса, я не могу это слушать. Вот, извини, пожалуйста, но очень это заторможенная речь, и поэтому... Слушай, тяжеловато. Мне хочется с тобой поговорить вот по телефону именно. Спросить тебя об этом. О твоем расстройстве. Помочь тебе? Возможно, да. Потому что я учусь на психолога, понимаешь, и может быть я... Я думаю, если ты учишься на психолога, ты будешь изучать эту тему и сам все узнаешь. Ну, я смотрел два твоих видео, и мне хотелось с тобой лично поговорить, понимаешь? Ну, тогда оплачивай консультацию и поговоришь со мной лично. Блин, ну ладно, хорошо. Останься с вами, значит, твое расстройство для меня, подруга. Я могу назвать синдромом ЦП. Ой, блядь, ну ты как поняла, короче, что ЦП. Проблемы с речью, восприятие информации и недостаток внимания. Ты посмотри в первую очередь на себя. Ну я посмотрел, блядь, уже пизда, слушай. Не, не могу, иначе у меня сейчас, блядь, член встанет. Вот у него нарциссическое расстройство, расстройство. Да, да, да. Видишь? Я на себя зеркало смотрю, у меня какие-то вертеют. Нет, я не вижу. Что? Что? Нет, я не вижу. А я вот вижу, потому что я психолог. Он артист, блядь. Хорошо.
хорошо, если ты психолог, зачем ты сейчас разговариваешь со мной? Я тебе помочь хочу. Нам Боженька послал помочь тебе. Как президент Бивил, знаешь? Если вы ангелы, то ангелы на небесах, а на земле люди. Вы определитесь, где вы. Ты знаешь, я ангел небесный, сошедший. Может быть, это вам нужна помощь? Тебя. Ты знаешь? Нет, я не знаю, мне как-то неинтересно. Ну блин, а почему тебе неинтересно? Потому что у меня есть свои дела. Я вас не знаю. Какие дела? Сакать письку? Если это ваше любимое дело, вы можете этим заниматься. Вас никто не осуждает. Да, как тебя там зовут? Олеся? Да, Олеся. А я вот не знаю, как тебя зовут. А можно я тебя буду называть Олеся Сосунов, блядь? Давай ты просто про меня забудешь навсегда. Олеся, ассасину мою хуяку. Я думаю, молодые люди, у вас, наверное, слишком скучная жизнь, и вам нечем заняться. И вы хотите поэтому поприставать к человеку, у которого насыщенная и интересная жизнь. Я не могу вам здесь никак помочь. Вы сами должны разобраться со своей жизнью. И я не буду желать вам успехов и удачи, потому что вы сами справитесь с тем, что будет у вас в жизни. Всего доброго, до свидания. Ух, я, конечно, не думала, что так все закончится. Ладненько, вот такой день. Скажите, что вы думаете, каково вообще вы думаете жить Олесе в этом мире? Я пойду восстановлюсь. Всем пока. Этот телефон мне еще раз звонит, но я заблокировала, поэтому я не понимаю, каким образом мне идет еще раз звонок. Всем всего доброго. А если кто-то думает, что меня такое может обидеть или задеть, это может вызвать какую-то у меня эмоциональную реакцию, но это просто все на животном инстинктивном уровне. А так я очень открыта к таким людям, с открытым сердцем, вот, и люблю таких людей, желаю искренне им счастье, даже если я сказала это не так, это просто может быть чуть-чуть как-то заблудилась сама, вот. И желаю, чтобы у таких людей было все хорошо. И я на самом деле верю, что у таких людей все хорошо. Пусть так и будет. Вот, у каждого свое место в этом мире, и пусть все будут счастливы и довольны. Вот.